Один из домов по улице Осевая уже неделю отключен от электроснабжения. Причиной тому является не авария на электросетях, а ультиматум компании «Горкомхоз». Коммунальщики хотят вынести приборы учета на лестничную площадку. Жители с этим не согласны. Споры между людьми и услугодателем длятся уже несколько месяцев. Амина Смакова с подробностями. Пожалуйста, вот. Ирина Еремина и ее домочадцы без света больше недели. Несколько дней на сухпайке, нервы на пределе. Холодильник, титан, электроплита не работают. Продукты приходится хранить у родственников. Там же вынуждены и ванну принимать. У всех 90 квартир в доме, у всех нету света. Половина, а может даже 60% маленькие дети. Семьи есть многодетные здесь, бабушек очень много здесь, света нет. Дом по улице Осевая, 6, состоит на балансе городского коммунального хозяйства уже 2 года. Прошлым летом дорожные строители, прокладывая здесь асфальт, повредили электрический кабель. Тогда, рассказывают местные жители, горкомхоз проблему устранил. А недавно коммунальщики без согласования с жильцами вынесли счетчики в общий узел на лестничную площадку. Вообще, а кто вообще имеет какое право изменять общедомовые электрические сети? На каком основании? Счетчик куплен за мои деньги, он стоит как надо. Все, счетчики, вся проводка лежит так, как ей нужно, все. Я контролирую, я слежу за этим. Мы им претензии предъявляли в письменном виде, что мы не согласны с выносом счетчиком. Вот. Нет, нас это тоже не устраивает. Их ничего не устраивает. И в открытую нам говорят, что мы менять вам кабель не будем. Значит, денег нету на замену кабеля, а за свой счет выносить счетчики. У них есть, значит, средства. Жители возмущены. Рассказывают, после того, как приборы учета установили в новом месте, нет возможности посмотреть показания счетчиков. Люди подозревают, что и платить за свет они стали больше. Когда перевели эти самые счетовые, что я сейчас не вижу счетчика, все, раньше было меньше, но сейчас все, прибавка все больше и больше. Вот, уже выключила и чайники, все, все эти самые приборы все убрала. Работает только титан, телевизор, компьютер, холодильник, все. И приходят счета все равно большие. Требование людей к горкомхозу – полностью заменить электрический кабель. А уже после этого жильцы всех подъездов согласятся на вынос прибора учета в общий узел. Ну, над нами издеваются, да, такие деньги платим. Ну, по 4 дня без света сидим. В горкомхозе пояснили, вынос приборов учета в общий узел – мера необходимая. Таким образом, коммунальщики будут контролировать потребление электричества. Говорят, были случаи воровства энергии, особенно в зимний период. Так недобросовестные жильцы пытаются отапливать свое жилье. Пока ведутся переговоры с жителями дома, свет в квартирах не появится. Мы согласны даже, согласны за счет своих средств в этом году это сделать. Именно от них нужно только вот протокол согласования, чтобы вынести отдельную счетовую. Параллель, как дубликат даже. Не как это, а как, чтобы дублирующий счетчик был. Чтобы мы знали хотя бы, кто именно этим занимается воровством. Вот этого мы хотим, больше ничего. Амина Смакова, Руслан Мандыков, Асхат Абидулов, Первый Карагандинский.